Когда стало 3-3, мы просто собрались, поверили в себя и начали более сильнее прессинговать команду «Дюш». В первенстве приняли участие 10 команд. Среди них Абакан, Кемерово, Ульяновск, Красноярск. Но желающих, по словам организаторов, было намного больше. Шульгинский комбинат в который раз доказывает, что хоккей с мячом – игра не шуточная. Турнир «Свежесть Алтая» отправляет победителей сразу на финальные состязания первенства страны. Поэтому конкуренция серьезная. А значит, организаторы и спонсор турнира делают все, чтобы дети стремились к победе, а значит и к развитию в спорте. Спорт что? Это дисциплинированность, это стремление к победе, формируются человеческие качества. Ну а мы нацелены как бы на продолжение этой программы.